Да, Павел, пока в Бразилию из Саратова летят только трое наших спортсменов. Это боксер Артем Чеботарев, их сменка Людмила Дмитриева и чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров. Стоит отметить, что первые два спортсмена на Олимпийские игры еще не ездили. Людмила Дмитриева завоевала путевку в Рио в испанском Сантандере. Там недавно прошел чемпионат мира. И саратовчанка стала лучшей среди гоночных яхт. Боксер Артем Чеботарев выиграл международный турнир в Москве. А Илья Захаров успешно выступил на чемпионате по водным видам спорта в Казани. Когда Илья Захаров выступал на чемпионате мира, был установлен монитор на проспекте Кирова. То есть, представляете, насколько люди вообще просто воодушевились, когда переживали, болели там тоже за него. То есть сейчас и представьте ребенка, который пришел на тренировку, например, да, он подходит к вышке и видит, как Илья Захаров проводит там тренировочные процессы. Также спортивные чиновники рассказали, что в Бразилию могут отправиться еще несколько саратовских спортсменов. Они просто пока не боролись за олимпийские лицензии. Это пройдет чуть позже. И, кстати, на пресс-конференции также ждали и Артема Чеботарева. Боксера пригласили, но он приехать не смог. По словам организаторов встречи, у боксера сейчас проходит тренировка, он готовится к матчу за титул чемпиона мира по боксу. Он, напомню, пройдет 13 сентября в Кристалле в Саратове.